Хорошо, идем. Что, гуляем? Потихоньку. Проверка на стрим снайперов. Сейчас такой невзначай, знаете, вот едет такой. О, неожиданно, кто бы это мог быть? О, здрасте, у вас классный цвет машины. Я, кстати, в лотерею выиграл. Да вы чё? Там город такая. Вот да, это... да, вот. Это, подожди, это из лотереи вот такие машины раздают? Да, да. Прям раздают? Ну да, тут я выиграл. Ни хрена себе. Не, кстати, очень неплохая машина. Да, спасибо, она эксклюзивная. Начнется запись. Всем привет, друзья, с вами Леон, и сегодня впервые за большое такое время, да и вообще, в принципе, уже не помню, когда это было. Короче, я записываю летсплей, ребят. Представьте себе, сейчас я записываю летсплей. То есть вот я вот говорю, я вот экрана вот нажимаю играть. Давно такого вот рода формата роликов я не делал. В общем, в чем суть? Я тут вспомнил, что, оказывается, на сервере есть прикольные функции, прикольные плюхи, а именно сейчас идет акция по множителю этих, как они называются-то, короче, донатной валюты. Вот, заодно вам покажу, что у меня, короче, есть. В общем, партнерская программа, то есть этот промокод, по которому вы регистрируетесь, я хотел немножко... вот поблагодарить вас за то, что вы вообще это делаете, потому что количество зарегистрированных уже превысило 1000, а подтвержденных, ну, порядка 25% от этих же зарегистрировавшихся, это довольно много. И ребята, которые регистрируются, они донатят. И мне идет небольшой процент, он выглядит вот таким вот образом. Тут даже, кстати, можно посмотреть, кто что донатит. Да, то есть там, по-моему, 10, что ли, процентов, да, 10% от того, что они донатят. Вот, грубо говоря, за все время я заработал от этих маленьких процентов 10 тысяч M-коинов. Да, точно, M-коины они называются. Majestic коины, да, типа прикольно. Вот, и сейчас на сервере, давайте, у меня просто есть персонаж, кураторский, я его так называю, вот у нас два персонажа, это Отто и Эви, которыми я играю, а есть кураторский персонаж, это Грант Леон, и у него есть собственный дом, кстати, да. Вот у меня есть персонаж, Леон Грант, это отсылочка... Нифига себе, это что это получается? Вот сейчас я зашел, и только сейчас мне выдалось, что какой-то челик очень нехило так задонил, который по моему промокоду перешел. Вот так это и работает. Да, это, короче, по сути, знаете, это отсылка к тому персонажу, который был в Сампе. Помните, детектив? Ну, чисто я там попытался что-то такое сделать, что типа вот такой же персонаж. Но на самом деле это кураторский персонаж и кураторский, по сути, аккаунт, где я могу входить в ноуклип. Где могу летать, что-то делать и так далее, и так далее. Но речь сегодня пойдет не об этом. Речь пойдет о... собственно, рулеточке. Я, в общем, предлагаю вам сегодня потратить эти коины, которые у меня скопились. Их аж 6700. Круто, ништяк. Я уже потратил довольно немаленькую сумму на, к примеру, номер именной машины. Да, тут есть такая функция. Именной номер. Вот, я ее к Бетти привязал. Теперь у нас у Бетти есть именной знак. Ну, потом далее в роликах вы это увидите. Да, в общем, что, давайте мы с вами, наверное, эти вот денежки потратим. Очень сильно, конечно, этого делать отчасти не хочется, потому что, ну, они у меня довольно долго копились. Сколько? Да и плюс, ну, как бы, блин, это, грубо говоря, то, что вы мне... нафармили, так скажем, то, что вы регистрировались по промокоду, за что вам большое-большое, опять же, спасибо. Это очень много, на самом деле, значит. Знали бы вы, на самом деле, насколько. Вот, итак, рулетка. Рулетка, тут можно крутить быстро или не быстро. И количество кейсов разом, да, можно выбрать. Блин, на самом деле, я один раз крутанул медленно, и мне там... выбрала машинка, которую я продал за полсуммы, которую крутил. Короче, да. Давайте чисто быстренько для теста крутанем разулю. Вот. Ё-моё, это вот так вот выглядит. А, то есть рулетка не проскочила. Я медленно в прошлый раз крутил, поэтому там анимация была здесь без этого. Ни хрена себе, как удобно. Смотрите-ка, мне прям повезло. Контендер. Блин, крутая тачка на самом деле. Но она мне не нужна. Поэтому я ее продал. Вот, пожалуйста, профит. И все. И на этом, по большому счету,
нужно останавливаться. Потому что, типа, ну знаете, как в казино? Типа, вам нужно остановиться, когда уже вот подфартило. Блин, на самом деле, вот честно, я хочу сейчас остановиться и оставить все как есть. Но, блин, что же это за ролик с рулеткой, если я не буду продолжать крутить, да, давайте еще хотя бы раз так, ну, не знаю, там, 15, наверное, крутанем, да. Так, давайте, так, быстро крутану, ну, нормально, ну, пошел слив, проверяй, так оно и работает, ну-ка, так, обычно, давайте обычно покрутим, чтобы мы посидели, да, такие, типа, вау, 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 давай, давай, что у нас тут, вау, вау, круто. Ух ты! Блин, а на самом деле тут есть уникальные какие-то машинки, которые не падают. Нельзя купить. Так, и что это? А, это деньги. Это просто игровая валюта. 13 756 долларов. Окей. Да, кстати, еще есть, кстати, такой момент. У меня получается аккаунт, он идет как премиумный. А! Премиум статус у меня отсутствует почему-то, да? Может, сегодня кончился, потому что у меня буквально вот был. Ладно, отлично. Это хороший повод тогда получить премиум статус сейчас. Ладно, покатили. Количество кейсов 1. Интересно, надо будет выбрать 3, посмотреть, что это вообще такое. В общем, азарт азартом. Но на самом деле я очень редко занимаюсь чем-то подобным. Если занимаюсь, то я обычно это снимаю. Так. А бронза VIP на 30 дней. Ну, на самом деле, мне это не надо. Давай продам. Мне просто интересно, получится ли у меня выбить какую-нибудь машину крутую. Так, ну-ка, давайте-ка вот так вот. X3. Как это вообще выглядит? У меня, кстати, был интересный такой чисто теоретический вопрос. Ну, я его так и не смог пока что подтвердить. А возможно ли именную плашку для автомобиля, да? 75. Окей. Погнали дальше. А, именную плашку автомобиля купить для фракционной машины. И в целом, конечно, это было бы неплохо проверить. Потому что как бы фракция у меня есть, машины фракционные есть. Можно было бы попробовать изменить там номер. Так, понятно. Что-то как-то не везет пока что. Блин, неинтересно деньги получать. Дайте мне какой-нибудь автомобиль, хотя просто посмотреть, какой вообще в принципе выпасть может. А там, кстати, есть автомобили реально крутые. Прям эксклюзивные там Мерседесы туда-сюда. Ё-моё, ну что ж такое-то? Ладно, давайте вот десяточку сделаем. Блин, крутим, погнали. Рулетка, погнали, ништяк! Я на самом деле не считаю себя азартным человеком, но некоторым людям действительно интересно посмотреть, как тратятся чужие деньги. Хоть это на самом деле и напрямую задоначенные мной деньги, это реферальные деньги, но, блин, все ради вас, ребят. Трачу вот это вот дерьмо. Может быть, вы из этого какой-то урок усвоите, может быть, вы захотите тоже покрутить. А может быть, вы и не хотите крутить вовсе эту херню. Вот. Рядом со мной сейчас села кошка-девочка, ей тоже стало любопытно, потому что, по всей видимости, тратить чужие деньги — это и правда весело. Да. Так. Что же мы можем... Чуть-чуть было, сука. Блин, вот оно так и работает. Когда вот очень близко, знаете, вот какую-нибудь очень крутую тачку получить эксклюзив. Не, знаете, если я сейчас выбью какой-нибудь Мерседес, я его, наверное, разыграю, слушайте, ребят, потом на роликах, да? Угу, хорошо, как вы думаете? Напишите в комментариях, хотите, чтобы я провел розыгрыш какой-нибудь тачки? Может быть, блин, ну реально, слушайте, если сейчас что-нибудь выпадет крутое, типа там Мерседес какой-нибудь крутой, там, я не знаю, что-нибудь тоже уникальное, Ламборгини... Я его, сука, разыграю, блин. Золотой VIP. Ох ты! Нет, я не буду брать себе VIP. Я все-таки решил, да, я решил, ребят, давайте мы с вами будем сейчас пытаться на все эти деньги выбить машинку для розыгрыша. Да, все, я нашел смысл своего существования на сегодня. И это у нас Тампа. Блин, по-моему, это нифига не эксклюзив. Нет, это не эксклюзив. По-моему, Тампа это, ну, такое, типа, знаете... Хотя Маскл Кар это круто. Да. Не, наверное, нам нужен именно Мерседес. Ну, наверное, мы не знаю, какова вероятность его выбить. Shit.
Ладно, играем дальше. Нам везет, мы играем. Не, кстати, зато обратите внимание, мы в плюсе. Мы идем в плюс. Ну, как в плюс? Конечно, мы, в общем-то, в минусе. Но, по крайней мере, последние несколько крутков были в плюс. Собака. Собака. Напоминаю, что каждый вот такой вот пробег стоит 200 коинов. Да, у нас было 7000. Когда начинали, было 6. Хотя, в принципе, получается, мы где-то вообще даже не в плюсе, не в минусе, где-то посерединке. Я не запомнил, сколько было у меня изначально. Ни хрена так-то денег, смотрите, нормально капнуло 30 тысяч. А вообще, сейчас какая-то акция идет, насколько мне известно, я лично не проверял, но по факту, 5 часов играешь, тебе дают 200 монет, то есть один раз крутануть. Что, конечно, очень приятненько сделано. Так, окей, окей. И в целом, не знаю, есть ли такая фигня на других серверах, но на этом сервере есть, и в целом это добавляет интерактива серверу. Да, а-тя-тя-тя-тя, какая машина там вкусная приехала. Слушайте, султан. А вот это уже интересно, на самом деле. Блин, забрать или оставить, забрать или оставить? А у меня сколько мест в гараже? У меня вообще в гараже места есть. А по-моему, там ключиками, да, добавляются? Забрать себе. А вы можете получить султан на парковке автосалона премиум Deluxe Motorsport через телефон. Окей, я оставил султан, ребята. Как минимум у нас уже есть султан. Насчет разыгрывать его, не разыгрывать, я еще подумаю. Может быть, нам сейчас что-нибудь получше выпадет. 37 тысяч долларов на счет. Отлично, играем дальше. Нам везет, я играю. Е-бой. Не, конечно, когда крутишь вот так вот, нервишки шалят, конечно, ты думаешь, да-да-да-да-да, сейчас что-нибудь выходит, он такой, нет, падла, для чего же скудный выигрыш я сейчас заимел. А когда открываешь быстро, он как бы просто тебе результат выдает, и это не так интересно, не так щекочет нервы и еще одно место. И поэтому как бы лучше, наверное, крутить да та 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 та. Подождите, мы все это время крутили вот эти вот 10 раз, да? То есть мы вот как вот вкинули, да, эти 2000, это вот мы все еще крутим. Мне показалось, мы уже гораздо больше крутим, чем 10. Наверное, это последний раз, что мы крутим. 3 сотни. Забрать себе. Нет, еще, смотрите, крутим. Блин, ну сейчас вот это, наверное, точно уже крайний раз. Не, ну если мы не совсем в минус уйдем, то я думаю, мы потом с вами можем повторить этот ролик, подобный ролик, да? Мы можем еще записать. Сука, ты сколько крутить-то можешь? Это что, это реально все 10 раз? Я уже просто со счету сбился. Я не знаю, с который раз мы это крутим, но... Я говорил, что мы 15 раз покрутим, но покрутим, ладно, что. Ну давай, давай, вот под конец. Ну давай что-нибудь годное, ну... 5000, давай, давай, еще. Еще крутим, хорошо, ладно. Вот. Короче, я не знаю, ребят, если вам подобные ролики нравятся, обязательно пишите в комментариях, может быть, повторим. Можем повторить. И вот правда, если что-то, сука, такое выпадет, я буду доволен. Я прям чувствую, блин, я говорил, что я не азартный человек, а кто я, если не азартный человек сейчас? Да сколько ты можешь крутить-то, ё-моё, я всего 10 штук, 10 крутонов купил. Крутон купил, ну, давай, давай, давай. Остановите меня кто-нибудь уже. Кошка-девочка, останови меня. Какая классная машина. Но нет, не выпадет денежка, конечно. Блин, да сколько ты можешь? Так, ну денежки тратятся. Наверное, надо остановиться. Как остановиться? Я уверен, что я уже больше 10 раз кручу. Остановите эту вакханалию. Е-е-е. Все, все, спасибо, кончилось. Ладно, это было что-то. С чем-то. Знаете, если бы я абсолютно все бы забирал... Вот, допустим, смотрите, у нас было 7000, да? А, все-таки из всего мы заимели нормально так налички. Мы выиграли машинку. Султан, которую я поставил в гараж, да? А, она стоила 1000. Я мог бы ее отдать, было бы 1000, там, 6400. В принципе, когда я начинал крутить, у меня и было где-то 6000, да? То есть, в принципе, в целом мы оказались в плюсе. Слушайте, да, да, мы остались в плюсе, и я удовлетворен, а еще и удовлетворен, у меня денежка пришла. Ага, посмотрим, что там, по денежке, а, начисление средств,
Эва! Слушайте, средств в размере 1200, отлично. Но это, кстати говоря, ценник-то премиумный. Ну, то есть 1200 за безработицу. Обычно-то, если у тебя премиум статус только приходит. А у меня-то нету вроде как премиум статуса, да, насколько я могу судить? Нету. Это, наверное, из-за акции, да? Это из-за акции, наверное, да. Акция хорошая. X2, видите, справа сверху написано. Вот, короче говоря, что? Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я еще раз записал подобный ролик. Летсплей по рулеточке. Да, и вообще понравилась ли вам эта затея, потому что я реально давно не записывал подобные ролики, да. Вот, ага. В общем, всем удачки, всем пока, всем торта. Вот, подписывайтесь на каналчик и регистрируйтесь по промокоду в описании. Все ссылочки есть. Да, ну и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ба, пока. Я дедушка Леон Грант. Я бывший детектив. Я расследовал похищение кота. Та-та-та-та.